Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым випуску. 10 гадоў актыўнай працы. У гонар юбілею Республіканскага грамадскага аб'яднання «Беларусь» у Гомелі прайшлі урачыстыя мерапрыемствы. Новыя аб'екты гандлю, уклад бізнесу ў эканоміку, працоўныя месцы. Вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Гомеля абмеркавалі на пасяджэнні гарвыканкама. Для будущих следчых створаны першы ў рэгіёне криміналістычны полігон. Сёння яго урачыста адкрылі ў Гомелі. Адрадзім ручнік разам. У Будакашалёўскім раёне захоўваюць старадаўнія традыцыі ткацтва. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Кіраўнік апарату Савета міністраў Беларусі Александр Турчын назначаны упаўнаважаным прадстаўніком прэзідэнта ў Гомельскай вобласці. Адпаведнае распараджэнне падпісана 1 лютага, паведамілі Белта ў прэс-службе беларускага лідэра. Сярод асноўных задач упаўнаважанага прадстаўніка – аналіз і прагназаванне грамадска-палітычнай і сацыяльна-эканамічнай сітуацыі на адпаведнай тэрыторыі, уключаючы ацэнку існуючых праблем, а таксама інфармаванне прэзідэнта аб стане спраў у рэгіёне і ўдзелу ў працоўцы прапаноў па яго развіцці. Дзесяцігоддзе Республіканскага грамадскага аб'яднання «Беларусь» адзначылі сёння ў Гомельскім гарадскім цэнтры культуры. Удзел ва ўрачыстасцях прыняў старшыня аб'яднання Генадзь Давыцька. Першы пункт праграмы – сустрэча з актывам абласной арганізацыі. Пасля госці і ўдзельнікі мерапрыемства знаёміліся з рознымі аспектамі дзейнасці «Белай Русі», прадстаўленымі на фотавыставе і ў кінафільме. Урачыстасці працягнула цырымонія ўступлення ў рады арганізацыі новых членаў. І ў завяршэнні прайшоў канцэрт пад назвай «Рытмы планеты». Абсолютно новый и самобытный проект включил творы больше 15 краин света. Работа идет постоянная, работа идет сильно, конструктивно. И структура очень мощная в Гомельской области. И 10 лет, как один день, промелькнуло. И мы имеем серьезную общественную организацию, которая работает на консолидацию, на создание общественного мнения, на создание спокойствия в нашей стране, на поддержание этих ценностей, которые у нас есть фундаментальные у нашего государства. Больш падрабязны матэрыял глядзіце заўтра ў выпуску навінаў на тэлеканале «Беларусь-4». Новыя крамы і гандлёвыя цэнтры, уклад бізнеса ў эканоміку Гомеля, новыя працоўныя месцы, тавараабарот і знешнеэканамічная дзейнасць. Леташнія вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця абласнога цэнтра меркавалі сёння на пасяджэнні гарвыканкама. На ім пабывалі нашы корэспандэнты і даведаліся, ці ўсе задачы былі выкананыя і па якім шляху пойдзе развіццё Гомеля ў гэтым годзе. Мінулы год для Гомеля быў плённым. Як нельга лепш гэта паказваюць вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця. Абсалютна ўсе прагнозныя паказчыкі выкананы. Залік і па большасці даведзеных заданняў. Гэта агучана на пасяджэнні гомельскага гарвыканкама. Асабліва паспяховай была знешнеэканамічная дзейнасць. На трэць вырас экспарт тавараў. Дарэчы, не апошнюю ролю ў гэтым адыграла актыўная праца малога бізнесу і прадпрыемства ў свабоднай эканамічнай зоны «Гомель-Ратон». Летась яны актыўна заваёўвалі новыя рынкі і асвойвалі выпуск новых відаў запатрабаванай продукции. Высокие выники так само показал внешний гандель послугами. Сярод лепших у гэтым плане транспортные и туристичные организации. Больше за 3000 человек было працаўладкавана на новые предприемства, а так само на додатково уведенные працоўные месцы. Безумоўный лидер у гэтым плане Далкам 40. Предприемство набрало летась 360 новых супрацоўников. И сёлета плануе активный набор. Будем работать на дальнейшее развитие экспортного потенциала города, на увеличение инвестиционной привлекательности и на повышение эффективности деятельности промышленного комплекса, являющегося в городе преобладающим. 2017 характарызаваўся ажыўленнем спажывецкага попыту. Гамельчане ў мінулым годзе сталі купляць больш тавару і часцей наведваць аб'екты грамадскага харчавання. Адсюль рост тавараабароту. У гэтым плане па выніках года Гомель увайшоў у тройку лепшых абласных цэнтраў краіны. Яго апярэдзілі толькі Віцебск і Гродна. Задач на гэты год таксама нямала, як мінімум перавысіць леташнія паказчыкі. І перадумовы для гэтага ўжо ёсць. Толькі ў першым квартале 2018 чакаецца адкрыццё 9 новых аб'ектаў. А гэта больш за 7 тысяч квадратных метраў гандлёвай плошчы. Адной з самых доўгачаканых падзей стане адкрыццё буйнога цэнтра мэблі і інтэр'еру «Карусель». Першых пакупнікоў ён прыме ўжо 4 сакавіка. Пры гэтым рэалізатары праекта абяцаюць, што для зручнасці наведвальнікаў, акрамя мэблі, у ім будуць прадавацца і іншыя групы тавараў. Акрамя таху, па просьбе гамельчан, на праспекце Леніна павялічыцца колькасць прадуктовых крамаў. У першы з іх чырвоную стужку перарыжуць у сакавіку, у другой – у канцы красавіка. Прапіску яны атрымаюць у 26 і 32 дамах. Я хачу адметіць, што
за 2017 год у нас проведено 203 ярмарки. Ярмарки доказали свою и эффективность, и востребованность жителями города. Поэтому в данном направлении также будет работа продолжена. Также в наш город приходит новая торговая сеть, сеть «Дионис», которая распахнет на двери в двух магазинах по улице Свиридова на проспекте Космонавтов. Одним з буйних проєктів цього року так само стане переобсталювання критого сельмашевського ринку. Будинок отримає друге життя. Його перебудують і розмістять у ім дискаунтер промислових і харчових товарів. Відкриття відбудеться так само у соковіку цього року. Ганна Ковальова, Ігор Марищенко, телерадіо компанія «Гомель». У Беларусі працягваецца правядзенне суботніх тэлефонных ліній мясцовых уладаў. 3 лютага у гомельскім аблвыканкаме звароты будзе прымаць старшыня гомельскага абласнога савета дэпутатаў Алег Леонідавіч Барысенка. Нумар тэлефона 33 12 37. У гомельскім гарвыканкаме прамую лінію правядзе старшыня гарадскога савета Іван Афанасевіч Барадзінчык. Звяртацца трэба па нумары 75 19 84. Прамыя лініі будуць працаваць з 9 да 12 гадзін. Реконструкция моста «Прас Припять» у Житковицком районе включена у Державную инвестиционную программу на 2018 год. Это предугледжено указом президента Беларуси, яким затверджена отповедная инвестпрограмма, поведомили Белта у пресс-службе белорусского лидера. Все лето плануется начать финансирование будовництва и реконструкции трех десятков объектов. У их лику мост «Прас Раку Припять» на автомобильной дороге Р-88 Житковичи-Мяжа Украины. Як ранее поведомлялося, рух по им плануется открыть у снежні гэтага года. Зараз ідзе работа над праектам яго аднаўлення. Дарэчы, Прыпяць за апошнія дні значна прыбавіла ўзровень вады каля Мазыра, павышаецца на некалькі сантыметраў у дзень, а за апошнія суткі на 9. Зараз гэты паказчык складае 465 сантыметраў. Небяспечная для горада рыса, калі пачынае затапліваць набярэжную ў парку і падворкі на бліжэйшых вуліцах 500 сантыметраў. Прагнозаў пакуль ніхто не робіць, ёсць надзеі на мінусавыя тэмпературы, але разам з тым у бліжэйшыя дні чакаюцца ападкі. Рака паўнаводная, хоть и частково у льоде. Дарэчы, адліга отбилася и на стане ледяного покрыва. Лед рыхлы и крохкі. Выходить на яго зараз вельмі небяспечна. Ну вот мы можем видеть, по свежеприбывшей воде образовалась очень тоненькая корка льда. Вот она пробивается с одного раза. То есть это говорит о том, что уже выходить на такой лед нельзя. Запрещено. Безопасной толщиной, еще раз напоминаю, начинается лед толщиной от 7 сантиметров. На реке сегодня лед небезопасен. Сегодня у Гомельском филиале Международного университета МИЦО распочалася 22-я науково-практичная конференция, присвященная питаниям инновационного развития белорусского громадства. Разом с представниками айчинной науки свои думки на гэты конт выкажут так само специалисты из России, Украины и Словакии. Оценить стан национальной экономики, вызначить перспективы ее инновационного развития. Батай, это главная задача международной конференции. При этом удельники мают намер обмерковать достаточно широкий спектр питаний. От роли маркетинга у развіцці грамадства і правового регулявання знешнеэканамічнай дзейнасці да праблем фарміравання прамысловай палітыкі на сучасным этапе. Увогуле, на працягу двух дзён на пленарных пасяджэннях і падчас работы па секцыях плануецца заслухаць каля 220 дакладаў. Прычым адна з асноўных асаблівасцяў гомельскай канферэнцыі ў тым, што ўсе агучаныя на ёй пытанні маюць прыкладны характар. Наша канферэнцыя не случайна называецца «научна-практической». Присутствуют на ней и работники практических отраслей. Ежегодно мы издаем сборник материалов этой конференции. Более того, на этой конференции будут заслушаны результаты научно-исследовательской работы по тем темам, которые были включены в государственный реестр научно-исследовательских работ. Сегодня ж у гомельском филиале Международного университета МИЦО отбылася и еще одна подея. Открылся первый у регионе криминалистичный полигон. Теперь тут будут проходить практичные занятки по подрыхтовце специалистов для следчего комитета. На открытии полигона побывал Олег Сентюров. Тесное сотрудничество Гомельского филиала Международного университета МИЦО и Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области началось в минулом году. В мае 2017 баки подписали договор о створении на базе ОСК кафедры правознавства. Спочатку для проведения практичных занятий створили залу судовых посяджений, где все максимально наближено до реальности. Открытие криминалистичного полигона – еще один этап реализации двухбокового договора.
Профессия следователя, она предполагает определенную визуализацию, потому что лучше один раз увидеть, как говорится, своими глазами, чем 10 раз услышать. 10 раз могут соврать, а глаза они не обманут, это точно. Безусловно, вот на этом криминалистическом полигоне, где мы сегодня с вами находимся, который открыли, студенты смогут приобрести практические навыки. В управлении следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области кажут, что самым складанным было разместить одразу 6 учебных мест на относно невеликой территории, а с допомогой администрации научной установы эту задачу вырешили. Теперь на полигоне можно моделировать реальные следственные ситуации по тех видах злочинцев, за которыми наибольше часто сустракаются следствия, жилые покои, где здесь крадеж, ванная, у якой забили человека, и банковский офис. Тут створена погроза информационной безопасности компании. Нарколаборатория – место, за кем каждый следчий может сутыкнуться в своей практической деятельности. Ось тут спайсы, марихуана, кокаин. Эти речи, зрозумела, не соправданные, але учиться на их можно. Змоделеванные зараз ситуации будут периодично изменяться, что позволит ожитевлять больше якостную подготовку будущих супрацовников правоохранных органов, причем занятки тут будут проводить не только выкладчики Гомельского филиала Международного университета МИЦО, але и сами следчие с практичным опытом работы. А прича того, с нового научального года студенты начнут заниматься еще и по новой программе, якая уличивает сучасные реалии в громадстве. В приватности размова идея о развитии личбовой экономики. По новым программам, которые будут учитывать уже и цифровую экономику, криптоэкономику, технологии блокчейн, ну и так далее. Все современное, то, что поставлено директивой номер 8, чтобы они потом, когда выпустятся и начнут работать, естественно, чтобы они уже не просто, так сказать, имели понятие, а чтобы они профессионально занимались этими вопросами. Олег Сентеров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель». Мастацкая апрацоўка драўніны, рэстаўрацыі і выраб ткацкіх станкоў, пашыў адзення і стварэнне лялек. У гусевіцкім сельскім доме культуры Будакашалёўскага раёна сёння адкрыўся цэнтр ткацтва. Гэта стала магчымым дзякуючы мясцовай ініцыятыве «Адрадзім ручнік разам». Яна ажыццяўляецца ў рамках праекта «Садзейнічанне развіццю на мясцовым узроўні Рэспубліцы Беларусь», які фінансуецца Еўрапейскім саюзам і рэалізуецца праграмы развіцця ААН. Як у невялікай вёсцы адраджаюць самабытнае майстэрства беларусаў, даведаўся Дмітрый Котаў. На реализацию мясцовой инициативы «Адрадзім рушник разом» было накировано больше за 23 тысячи евро. Сродки выдаткованы на ремонт помешканий и на бытю обсталявания. У центра ткацтва есть методичный кабинет и майстерни по ткацтве, а так само по реставрации и вырабу ткацких станков. У Беларуси ткацтва было пераважно жаночим занятком. Кожная девчина с ранних годов ткала поясы и рушники, которые выконывали не только декоративную функцию, а так само имели глубокий сакральный сенс. И только с развитием товарной вытворчества до этой справы пошли долучаться и мужчины. Популярное неколи самобытное майстерство зараз амаль что забытое. У вязковых домах не сустренешь ткацкие станки, и дети ведают о вырабе рушников только у теории. У невеликой вёсцы новая гусевица вырашили отродить это ремесло и нагадать об традициях наших продках сучасному поколению. Отрымливается выдатно. Працаемки, але у той же час тикавый и займальный процесс пошел захоплять вязковых детей. Мне понравилось ткать, когда открыли этот кружок. Я заинтересовалась и начала ходить. Мне здесь очень все нравится. На створение рушников юным майстрыхам потребуется несколько дён. Працуют яны як на закупленных станках, так и на передаденных мясцовыми жыхарами. Некоторые зроблены сучасными рамесниками. До речи, долучиться до адраджения ткацтва можно не только у новой гусевицы. Филиалы центра дзейнічаюць у Рагіні, Шабатовичах, Уваровичах и Губичах. Будут учиться вот на станках ткать рушники. На маленьких станочках можно тоже и рушники, и всякие шарфики, поясочки. Планируем шить. Ну, если будет желающие, думаю, будем учить. На данный момент у нас пока группа детская. Вот. Ну, со временем планируется, чтобы привлечь взрослых. Нина Брундукова все свое житё провела у вёсцы Новая Гусевица. С ткацтвом добра знаёма яшчэ с дзяцінства. Подчас творения центра до яе нярэдка звертались за парадой. Жанчына задоволена, что у аўтараў мясцовой инициативы все атрымалася. Очень важно, чтобы дети приходили и возрождали эту традицию.
традицию ткацтва рушников и не забывали эту традицию. Рушник – это национальный здобыток нашей краины. Дякуючи тропятливым относинам, историю отримливается заховать для будущих поколений. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Будакошалевский район. Гэты і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Лед на реках и озерах области не стал препятствием для браконьеров. Улов потянул на $1000 штрафа. Более 5 килограммов рыбы на троих. С такой добычей были задержаны любители незаконной ловли в затоне реки Ипуть. В их арсенале были 4 сети общей длиной 37 метров и 9 сетевых экранов. Вред, причиненный окружающей среде, оценен более чем 84 базовые величины. В отношении граждан начаты административные процессы. Стандартное патрулирование сотрудниками ГАИ Мозырского района закончилось погоней. Водитель «Лады» проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться. Промчавшись через поселок, нарушитель устремился в сторону леса, где и завершилась погоня на автомобилях. «Девятка» застряла в сугробе, но водитель решил не сдаваться до последнего и побежал вглубь леса на своих двоих. Сотрудники госавтоинспекции быстро догнали беглеца, как оказалось, 39-летний. Летний гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения и на момент задержания уже имел опыт вождения автомобиля под градусом, за что несколькими месяцами ранее был лишен прав. В отношении злостного нарушителя возбуждено уголовное дело. Извечный конфликт отцов и детей в одной из мозырских семей едва не привел к трагедии. 24-летнего парня не устраивали отношения с отцом. В доме часто возникали ссоры, в том числе и на почве материального вопроса. Очередное столкновение интересов произошло во время домашней посиделки за рюмкой. Поругались и разошлись. Отец спать, сын за ножом. Один удар и пыл спал. С чистосердечным признанием парень пошел звонить в милицию. Раненый отец в это время бросился за помощью к соседям. По прибытии медиков у пострадавшего диагностировали колото-резанную рану поясничного отдела. Молодой человек был арестован правоохранителями. В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 14 и 139, то есть покушение на убийство. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы от 6 до 15 лет лишения свободы. В настоящее время в отношении обвиняемого назначены экспертизы, в том числе с целью установления его психического состояния. Таков обзор происшествий к этому часу. Я, Алексей Немкевич, благодарю за внимание. Берегите себя и своих близких. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельская команда «БЧ» одержала победу в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. На родном паркете железнодорожники со счетом 4-1 обыграли столицу. Уже на 9-й минуте счет стал 1-0 в пользу хозяев. Автогол на свой счет записал Лазюк. Позже он реабилитировался, отквитав один мяч. В составе «БЧ» в этом матче отличались Андреевский, Кусков и Стремилов. Таким образом, железнодорожники поквитались с соперником за поражение в четвертьфинале розыгрыша Кубка Беларуси. Следующий матч БЧ проведет 6 февраля на выезде соперник «Литсельмаш». Остальные представители нашего региона играют в ближайший уикенд. ВРЗ в субботу принимает столичную охрану «Динамо». Начало матча в спорткомплексе «Локомотив» в 15 часов. Светлогорск в Минске играет с «Дорожником». Это противостояние запланировано на воскресенье. Кстати, в субботу мини-футбольным матчем ВРЗ охрана «Динамо» спортивный вечер на арене спорткомплекса «Локомотив» в Гомеле не ограничится. В 18 часов на паркет выйдут гандболисты. Гандбольный клуб «Гомель» и «Могилевский Машека» проведут матч мужского чемпионата Беларуси. Команды соседей по турнирной таблице: «Гомель» на 3-й позиции, «Машека» на 4-й. Сегодня в Гомеле легкоатлеты со всей страны начали борьбу за медали чемпионата Беларуси по многоборьям в помещении. Гомельскую область на республиканском старте представляют только девушки. Это Яна Максимова и Диана Рабкова. Всего же медали в пятиборье оспаривают 14 спортсменок. Мужчины соревнуются по программе семиборья. Участников 10, причем 2 атлета представляют Израиль. Участники чемпионата Беларуси, если им удастся показать необходимый для квалификации результат, смогут отправиться на чемпионат мира по
легкой атлетики в закрытых помещениях. Из-за травм нынешний зимний сезон пропускают сильнейшие многоборцы страны – гомельчане Екатерина Нецветаева, Эдуард Михан и Андрей Кравченко. Тренерский штаб национальной команды рассчитывает, что лидеры примут участие в летнем Кубке страны, который пройдет в июне, и смогут квалифицироваться на чемпионат Европы. Континентальное первенство пройдет в Берлине. Я думаю, что к сезону они уже обретут довольно высокую форму, что явится платформой для дальнейшей подготовки к самым серьезным предстоящим соревнованиям. Завтра многоборцы продолжат борьбу за медали чемпионата Беларуси. Параллельно на этой же арене будет проходить Кубок страны по легкой атлетике. Участие в турнире примут около 300 спортсменов. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».